Произошли изменения местного политсовета. В его составе 60 человек. 6 выведены из него. Им на замену пришли Владимир Давыдов, Павел Клопотовский, Игорь Никитин, Руслан Устинов, Вилен Щербин, Денис Юрковский и Жанна Кацева. Также на конференции шла речь о реализации в Сочи партийных проектов. Их 14. Самые масштабные – народный контроль, новая школа, здоровое будущее, городская среда. Скверы также строятся в Лазаревском районе, строится сквер у нас на КСМ, и везде полным ходом идет это строительство. Таким образом, в полном объеме выполняется партийная программа. С другой стороны, у нас есть программа здоровья, и мы активизируемся в том, чтобы создавались условия для того, чтобы наши жители имели возможность заниматься спортом, быть здоровыми. Ну, в частности, решаем проблему 10 тысяч шагов с доктором и многие другие. В том числе историческая память, что немаловажно для нашего города, для военно-патриотического воспитания нашей молодежи, особенно сегодня. Ответственные за реализацию партийных программ отчитались о проделанной работе. Тот самый проект «10 тысяч шагов к здоровью» стал на курорте очень популярным. В городе разработаны 12 маршрутов, на которые каждую пятницу вечером выходят любители здорового образа жизни. Прогулка с доктором – это возможность узнать важную медицинскую информацию из первых уст. Анатолий Пахомов порекомендовал активнее работать и по реализации таких проектов, как «Российское село», «Безопасные дороги». Также были избраны делегаты для участия в краевой партийной конференции, которая пройдет в Краснодаре 8 ноября. От Сочи туда направлен 21 человек.